программа «Война и мир». И у нас в студии уже гость. Это Сергей Мельничук, командир батальона ВЧ-0624 «Айдар». Сегодня о батальоне «Айдар» очень много говорят, особенно о его руководстве. И вот Сергей. Я поняла. Уважаемый, я прошу прощения, вы знаете, тема, которая случилась вот с «Айдаром», с расколом, на самом деле очень важна для общества, потому что общество запутано с тем, что происходит, а ребят, которые готовы идти защищать страну, их очень много. Вы, наверное, знаете этого человека. Конечно. Вот, Максим Козлов, военнослужащий батальона «Айдар», вы даже служили, так понимаете. Присаживайтесь. В какой части вы служили? 24-й БТРУ, ВЧ-0624 на той момент. Яка тепер вище В-2950. Підполковник Мельничук повів за собою будь людей, які стали злочинцями. Я вас прошу, ви сказали, будь ласка, ну, людина має право відповісти. І, ви, ви дівчину вдарили. Я не говорю конкретну особу, я кажу, що ви дівчину вдарили. Людина, яка представляється прес-секретарем. Будь ласка, це підло. Дар, будь ласка, це підло. Ви не чоловік. Ви не чоловік. Ну, я так само вам можу сказати, що ви не чоловік, ви, будь ласка, ви можете, ну не ображайте, ну не давайте не ображати, давайте просто вирішимо сьогодні законне командування. Ми вийдемо за двері, я тобі розкажу. Надто багато вже зникло людей в часті, надто багато злочинів накоїли ваші люди. Тут уже не вийде. Давайте тихенько, не будемо, розумієте? Ми ж не можемо доказати час. Докази будуть на суді. Факти. Вы просто сейчас следственные действия идут. Я в том числе сам участвовал в следственных действиях, как потерпевший, не буду их цитировать. Вы просто метаете говном, понимаете? Делаете это специально. Нет. Мало того, вы четко на кого-то работаете. Четко, понимаете? Ложь. Работаете на Пташника. Все, все, давайте успокоимся, и на тех, кто воюет гуманитарную допомогу. И на тех, кто... Ложь. Кто? Вы, кстати, сегодня уже сказали, что Пташник возглавляет ОПГ. Я думаю, что иск о защите чести и достоинства я ему Пожалуйста, помогу подать. Хорошо, я тоже помогу подать. У меня уже поданы на Лихолита и на Пташника за подобные же заявления в адрес Сергея Петровича. Честь имею. Всего доброго. Уважаемые телезрители. Последний вопрос к вам. Скажите. Если он уже на ты, то ты не человек. Мне нема про что. Все, 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 пожалуйста. Я девчат не бью. Пожалуйста. То, что ты поднимаешь флаг, в любом случае, на горном 50 тысяч, послушайте, там что это я вот здесь снимал. Просто как вариант, да, и что ты вот ты будешь говорить, перемирие, не перемирие. А вот и комбаты. Если они сейчас начнут, что мы... Да стой, ну что? Ничего не происходит. Случилось. Я отвечу. Там все равно мне. Все.